Султан. Добрый день, друзья. Смотрите, прайд Султана осваивает территорию Марселя. Это ты их сюда привела? Звезда, иди. Султаша, иди, мой красивый мальчик. Иди, иди, иди. Иди. Привет, привет. Привет, привет, привет. Что вы себе нашли? Хватит уже сидеть, да? Нашли себе место? Хороший, хороший, большой. Большой пацан, большой. Хороший, да. 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 И ухо. Красивый, красивый. Что, гирей ушел? Это уже твоя девочка? И как они свободно здесь ходят. Ничего не боятся. И даже Русик. Ты к Русику пошла? Русик, тикать, тикать. Скажи. Нет, нет, нет. Скажи, мне ничего не надо. Я за друзьями. Ходят, нюхают. А Гирей ушел осваивать саванну. Куда Марселя дели? Это точно ты их сюда привела. Вот по-любому. Марселя выжила с его территории. И пошли дальше. Султан, я так думаю, что они там дойдут до конца. Это смотрите уже какую территорию, в принципе, прайд вожака сюда, да и в принципе не заходит. Султан! Я так думаю, что с нашей красоткой уже гуляет Султан. Как-то Гирей ушел вперед. А они тут теперь все вынюхивают. О! Нет, наверное. Наверное, ты его еще не интересуешь. Он пошел за друзьями. Так что зря ты Марселя бросила. Тут еще видно тебе только конфетно-букетный период. Ластится. Тут только комплименты. Если что-то серьезное, то это... к Марселю. Нет, ну явно ей понравилось. С молодыми львами.